Совсем скоро в Каспийске пройдут рейдовые мероприятия по выявлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости. Данное решение было принято в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Отметим, что ранее учтенными объектами недвижимости считаются объекты, в отношении которых осуществлен технический учет или государственный учет до дня вступления в силу федерального закона. В связи с этим всем собственникам, чьи дома не зарегистрированы, следует пройти регистрацию. Для этого нужно сформировать технический план своего жилья и обратиться в МФЦ по месту проживания с зеленкой на земельный участок. Заместитель начальника финансового управления Камиль Мамаев пояснил, что в случае отсутствия регистрации дома собственник не сможет оформить сделки со своим недвижимым имуществом. Наследство, дарение, купля-продажа, а также если жилье не состоит на учете, признание наследника будет решаться судом. Более даже важный момент – это в случае, не дай бог, чрезвычайной ситуации и какой-нибудь техногенной катастрофы. Это получить компенсацию, если дом не зарегистрирован, и он нигде нет на учете, ни налоговой инспекции, ни в Росреестре, ни на карте, нигде, то получить компенсацию будет даже невозможно, можно сказать. Потому что из примера последних, то, что произошло там, в Буйнакске и в Махачкале по случаю взрыва и града, то были проблемы в том, что собственники не могли получить компенсацию. На данный момент в Каспийске ситуация с незарегистрированными домами оставляет желать лучшего, считает эксперт. Так как большинство людей не оформили по закону свою недвижимость, из-за чего и не выплачивают налог, который составляет 0,1% от общей кадастровой стоимости жилья. Конечно, налоговое поступление, налог доходов в бюджет. Мы живете на улице, благоустраивают эту улицу, прокладываются дороги, устанавливается освещение. Это все за счет бюджетных средств. То есть, получая все условия жизни своим дому, при этом не платить налог, как бы это считаю, что неправильно. В связи с этим заместитель начальника финансового управления администрации Каспийска Камиль Мамаев обратился к жителям города с просьбой незамедлительно зарегистрировать свою недвижимость. Уважаемые каспичане, уведомляем вас, что администрация города Каспийск совместно с Росреестром и налоговой инспекцией ведется работа по выявлению и постановке на учет индивидуальных жилых строений и земельных участков. Выявленным объектам будут направляться уведомления о необходимости в месячный срок зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество. За консультацией по вопросу постановки на учет можете обращаться в администрацию города Каспийск или в Единый расчетный центр.